Всем привет! Давайте продолжим изучение программы ZBrush 7 пока. Вот такой у нас может получиться кружаль, стакан, под водочку, под вино. Как будем мы его делать? Мы уже делали с вами пивную кружку, делали бутылку. Этот способ, кстати, получше будет. Будет более проще, возможно. Так что давайте изучать. Давайте все это дело мы сейчас отключим. Давайте зайдем в наши примитивы. Можно здесь. Можно тут сбоку его открывать, цилиндр. Опять с цилиндром будем работать. Давайте включим Edit, зайдем уже в знакомую Initializer. Так, теперь давайте уменьшим дивайдов. Поставим 8. И давайте уменьшим, так, не уменьшим, а прибавим дивайдов до 13 где-то. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9, 10. Вот 10 в принципе достаточно. Давайте выровняем модель. Сделаем Make Poly Mesh. Так, теперь что нужно сделать? Работать с ней еще нельзя. Давайте заходим в Brush. И как вот раньше мы делали Samples. И вот эту Spotlight Projection отключим NAF. Она нам не нужна. Кстати, лучше часто так бывает вынести сюда или сюда на панель. Давайте зайдем так в симметрию. Включим симметрию. Она у нас по Y, кстати, вы там запоминайте. По Y она или как. Вот радиалов у нас стоит 8. Так, давайте посмотрим все это. Вот 8 у нас граней. Давайте сделаем вот так вот поставим, выровняем ее. И давайте теперь включим кисть Move, прибавим Draw Size, уменьшим интенсивность и тут. И теперь давайте вот именно от этого бока, вот от этого или вот от этого работайте. Посередине не толкайте ее. Выбираем две вот эти, оставляем. И вот где-то от третьей начинаем вот так вот работать. Вот так вот мы ее работаем. Так можно тут подрегулировать. Вот что-то в этом духе у нас получается. Эту мы можем припустить. И давайте ножку еще больше уменьшим с помощью вот так вот. И вот так вот. Не бойтесь ее тянуть. Вот так вот ее приподнимем. Уменьшим. Крутите ее как хотите, выравнивайте, работайте над ней. Вот так вот. Вот ножка у нас. Даже еще толстоватая. Можно вот так вот приподнимать тоже. Делать бокал выше. Здесь бока можно еще убрать. Вот вы видите, они закругляются. Их вот так вот надо чуть-чуть подправлять, чтобы сильно не закручивались. Так, что еще у нас? Вот у нас верхняя часть, вы видите, при подъеме ушла вглубь. Вот так ее приподнимем, выровняем.
это не проблема. Так, вот эту часть можно тоже приподнять, чтобы было более-менее симметрично. Вот так вот. Бокал сделаем. Вот эти части можно тоже уменьшить. И вот это вот так вот. Ввести вглубь. Все, вот болванка у нас получилась. Что мы теперь будем делать? Давайте чуть-чуть вот так ее выровняем. Вот так вот. Что теперь мы будем делать? Давайте зайдем в геометрии. Тут есть волшебная кнопка в Dynamics Subdiff Dynamic. Вот так у нас получается. Видите, уже мягче, более-менее. Вот теперь мы это дело посмотрели. Давайте отключим. Теперь давайте поставим знакомую кнопку нам The Modelier. Вот так вот. Уменьшим Draw Size. Выведем, как нам удобно. Нажмем на пробел и выберем Insert. Insert и выбираем Insert регион, включим обязательно. И включим. Так. Давайте включим полилуп. Так, попробуем с полилупом. А вот так, да. Вот мы сделали. Все у нас хорошо получилось. Толщина нормальная. Теперь давайте экстрадируем это дело все вглубь и постараемся, чтобы у нас ее не разнесло. Как мы будем делать? Заходим опять в пробел, нажимаем, чтобы вот высветился треугольник, чтобы вся площадь была видна. Вот эта кнопка Extrude и вот это A Single Poly. Оставляем и пробуем ее вот так убрать. Вот вы видите, что происходит. Что мы теперь будем делать? Это дело мы должны опустить еще глубже. Давайте попробуем. Вот так вот. Все нигде у нас не вылезло. Это хорошо. И давайте теперь нажмем опять динамик в геометрии. Посмотрим. Вот такая чаша у нас получается. Давайте теперь поработаем над чем? Вот над этой частью. Вот так мы ее включим. Вот так выведем. И вот что-то в таком стиле. Так. Вот так это все будет выглядеть. Но низ мне не нравится. Давайте вернем все это дело назад. И попробуем поработать опять с клавишей MOV. Вот она у нас здесь включена уже. Давайте попробуем с клавишей MOV. Вот. Вот так мы ее вытянем. Вот такой графин у нас получается. Что можно еще сделать? Да, это можно вот так чуть еще эту тут вглубь ввести. Вот так вот. Главное, чтобы нигде она не вылезла. Вот так ее теперь здесь подровняем. Поставим больше диаметр. И вот так вот ее немножко вытянем.
Давайте ножку сделаем чуть-чуть потоньше. Вот так вот. Можно вот так ее опустить на ваше усмотрение. Или если вы будете копировать, то уже смотрите на модель, как выглядит та модель, и по ней уже так. Давайте теперь экстрадируем вот эти вот нижние части. Опять перейдем в The Modeler. Теперь давайте пробел и давайте экстрадируем это поле. Вот поле AL включим. И вот так вот. Так. Можно вот так вот ее чуть прибавить. Или давайте попробуем сингл поле опять включить. И на сингл поле вот так вот поиграться вот с этими. Частями. Теперь перейдем на мув. Сделаем чашу немного веселее. Вот так вот. Вот такая чаша у нас получилась. Давайте теперь отключим поле F. Включим динамик. Вот такая чаша. Ничего так пойдет. Теперь можно ее кое-как доработать. Можно динамик отключить. И вот уже потом дорабатывать. Можно сделать ей вот такую форму. Можно придать гнутую. Вот внутри тоже все меняется. Вот так вот. Можно вот так вот сделать. И попробуем опять динамик. Вот такая чашка у нас получилась. Теперь давайте поменяем ей сферу. Поставим хром и поставим, допустим, зеленую. Все. Вот такая чашка у нас под цветы. Под что угодно получается. Экспериментируйте, смотрите, делайте свои варианты чаш. Можно по картинке вытягивать. Ну вот, у нас пока вот такая получилась. Экспериментируйте, вот так вот ее. И можно, как будто стекло гнешь. Вот так вот и нагаться. Всем пока, до свидания.